Всем привет, с вами Элена и Милан, и канал «Замуж за Чеха». Мы вас приветствуем из Хорватии, с нашего любимого острова Вис, город Вис. Сегодня, если вы смотрели маленькие мои видеозарисовочки, у нас как раз-таки сегодня с утра была не просто дождь, а была гроза. Но потихонечку начинает все небо расчищаться, но мы с Миланочком решили, что будем валяться в номере, поедем-ка мы на шопинг и, естественно, вас возьмем с собой. Поэтому в этом видео мы вам покажем, далеко ли от наших апартаментов Цепетич находится этот супермаркет, который называется... Томми. Наверное, это единственный супермаркет в городе. Мы вам покажем, где это находится. Мы зайдем вовнутрь. Я попробую, как всегда, скрытой камерой показать обзор продукции, которую мы там найдем. Кое-что нам нужно купить для своих нужд и потреб. Ну что ж... Сумку мы взяли, деньги мы взяли. Чепку взяли. Гоним. Ветер сегодня жуткий. Но не важно. Ну что ж, мы начинаем. Погнали. Вот это наши апартаменты. Живем мы буквально вот этажом вниз, ниже. Мы с вами видели маленькие влоги, которые я вам выкладывала как раз с балкона. У нас вид вот на эту бухтичку. Ну, а вот здесь несколько у нас парковок. Парковка одна там и парковочка вот здесь. Кстати, мы здесь встретили и чешские машины, так что буквально наши соседи. Ну что, сейчас Миланчик выезжает, мы с вами гоним в магазин. Это, наверное, единственная парковка, где относительно ровная эта парковка, потому что первых пару дней мы стояли вот здесь, то есть машина под большим уклоном. То же самое сейчас вы видите и с правой стороны, поэтому мы перепарковали. Солнце здесь светит, в общем-то, везде, абсолютно, целый день это все стоит на солнце. Погнали. Значит, как я вам сказала, по левой стороне остается наши апартаменты Цепетич. И вот здесь еще одна парковка, о которой я вам говорил, но вы сами видите, что здесь, в общем-то, все всегда под наклоном. Ну и мы едем вот сюда. Если вы смотрели мое видео, когда мы плыли, как, собственно, была погрузка, разгрузка на пароме, то как раз-таки, друзья, мы с вами вот потом доехали до апартаментов именно по этой дороге. Будь здоров, правильно. Так, что дальше? Ну вот здесь уже, видно, появляются и новые апартаментики. Мы с Миланчиком вот тоже видели, которых раньше не было. Ну здесь такой достаточно крутой... Съесть, но, в принципе, две машины так как бы так войдут. И сейчас вы сами видите, как далеко от наших апартаментов. Конечно, пешком здесь, ну, в принципе, можно дойти. Но, не знаю, лучше, конечно, на машине. Ну и, в принципе, это, как я сказала, это единственный такой большой супермаркет здесь на на острове, я не знаю. Наверное, в Камиже на противоположной стороне тоже что-то будет. К нему заезжай, спорим его. Давай направо. Я тоже так думаю, что направо, сейчас нам надо выехать на главную улицу. Думаешь? Я тебя завела куда-то непонятно. Давай, едь, вон как раз... Нет, Томик же вот он перед нами, Бруку. Томик перед нами. Давай поспорим, вот он Томик. Томик перед нами, Бручку. Ну, дома, может быть, здесь не было, но Томик, вот он, Томик. Я ж ежика. Супермаркет, вот он. Видишь? Вина, ух ты, Липанович. Значит, какая-то винарничка недалеко от нас. Здесь тоже, кстати, оливки растут по левой стороне. Ну, а вот он супермаркет. То есть, в принципе, грубо говоря, пешком тоже можно с горки спуститься. И вот мы с вами прям сразу уже здесь. Супермаркеты, которые достаточно распространенные в Хорватии, называются Томми. Ну, вот здесь парковка, сейчас мы сюда с вами заедем. И будем включать режим скрытой камеры. И я попробую вам показать хотя бы так основное, что там в этом магазинчике есть интересненькое. Ну и нам тоже кое-что нужно прикупить. Маленькое приятное удивление, то что здесь бесплатные вот эти вот кошики, возики. Ну, у нас обычно в Чехии, и не только в Чехии, они... за денежку, да, так что, ну, здесь, смотри, люди сами возвращают, здесь все-таки все дисциплинировано. Ну что ж, наш капитан гонит вперед, мы за ним. Мы взяли два огурчика, взяли одну пакетку, теперь Миланчик сейчас туда забросит помидорки. Так, не подумаю. Давай четыре штучки, мы салатик делаем. Так, перчик, слышь, папричку? Райчица, графоло.
И нужно здесь это все взвесить. Это все нужно взвесить. Сейчас мы с вами... Поварче, да, это овощи. Райчи. Ио, граполо. Так что, друзья мои, разберетесь, как бы не проблема. Смородина. Смородина, салат здесь можно. Укладываю это видно салат. И там фрукты, друзья мои. Здесь особо не хочу запомнить. И так уже снимаю прям вообще наглую. Здесь разная нарезочка, колбаски. Цены вы тоже видите. Друзья мои, здесь столько народу и столько персонала. Я прям вообще сегодня наглую. Так, вот видите, и цены вот за вот эти нарезочки. Так что уже... Уже как бы можно сразу же здесь взять уже. Ну а здесь мясо, кстати, вижу уже баранину, баранью голову. И телячья. Ну, видно, там свинина, наверное, ну это походу дело баранья голова же нам должна быть. Свинина, наверное, баранина. Цены за сколько? За килограмм? 43 кроны, куны, 40 кун, 45 кун. Вот так ориентируюсь. Я хочу взвесить дыню. Так, это у нас овощи. И ищем дыню. Так что? Дыня желта она. Ну, классика, как, собственно, и везде. Так, все. Здесь понятно, как и везде в супермаркетах, естественно, всякая химия, не знаю, там, чистящие средства и так далее, краски для волос. Теперь много народу, особо за мои снимать так как бы прям совсем не получается. Так, ну чистящие средства, наверное, всякие моющие, наверное, по цене, как и у нас, 150, ну да, наверное, как у нас цены одинаковые. Так, здесь всякие средства для загара, понятно, от всяких насекомых внизу. Так, а здесь у нас макаронные. Всякие сладкие вещи. Давайте чисто посмотрим, макароны за сколько. Вот можно купить макароны за 6. За 6 кун это сколько? 6,18. Ну да, даже, кстати, может дешевле, чем у нас. Мы предложили 18 кун не купить макароны. Что можно сказать, что и какие-то вещи можно подешевле купить, чем у нас. Здесь у нас здесь разные щипы. Можно в пакетике. Это, друзья мои, классический супермаркет, в котором вы можете купить то, что вам нужно. Большое это тесто слоеное, свежее, не замороженное. Иванчик у нас здесь засел вот в этом ряду. Здесь у нас толстый хлеб, мука лужичная, кукурузная. Сколько за... Ну да, на цены, как у нас, грубо говоря, соль. Всякие, это что такое, томатные сок или портлаки, наверное. Это, наверное, не сок, это этот, паста томатная. Разные консервочки, цены вы видите. Так, оливки. Видите, тоже цены. Что-то масло, нам масло нужно подсолнечное. Пытаемся, это оцты, это уксусы. Так, бальзамик нам не нужен, нам нужно подсолнечное масло. Ну, наверное, грубо говоря, самое дешевое за 18 крон, да? Крон штуки. Паштеты. Паштетики, потом разные такие, типа, быстрые, наверное. Разогреть есть. По такой цене. Овощи замороженные. А вот здесь замороженные морепродукты. Но мы с Миланчиком хотим идти в рыбарницу за свежей рыбкой. Оливье за 26. 26 что? Килограмм пакет ну, целый, да? Этого, а сколько там грамм? Посмотри. Я там увидел. Ну, там должно быть написано. Вот здесь должно быть написано. 500 грамм, например. Далее ты можешь 500 грамм, 400 порисованных. Так вы можешь поверить. Давайте пройдемся по молочке. Молочки, здесь разные йогурты, йогурты, что все знаем, вот они цены. Ну и видно какие-то местные, естественно, йогурты здесь есть. Да, всякие кефиры, моцареллы, тоже самые известные марки моцарелл. Здесь разные сыры, пармезан и так далее, цены вы видите. Они рама. Подивись, если будет стоить для этого 25 кун евро. Сыр здесь намного дороже, ну да, чем у нас, такой кусочек. Здесь вот это дороже, чем у нас. Нам к завтраку нужно подкупить еще майонезы.
Так, а здесь что у нас? Вот сыры. Торидолы, подивись на сыр. Так, вот здесь еще тоже сыры, но уже не нарезанные. Так, здесь такая нарезочка. Что здесь еще взять? Такие разные колбаски. Но мы нашли мясную магазин, очень хороший. Потом я вам покажу с обзором. И там лучше все эти колбаски покупать. Очень вкусные, поличи вообще колбаски, вкусняцкие тоже. Так, ну здесь какие-то такие вот колбасятины, типа, ну, понятно, всякие ноки и так далее. Цены вы сами видите, друзья. Яйца, вот, смотрите, свежие яйца. За сколько? 17 кун, 10 штук. 10 штук. Умножаем на 3. Ну, как у нас, в общем-то, наверное, то же самое. Да. С вами в пиве, можно сказать. Ну и, естественно, конечно же, мы здесь нашли чешские пива. Это козел вот у нас. Светлый, новый. А по цене в руку дрожше, чем у нас? Дрожье. Дороже, чем у нас. Козел пузень, светлый, темный козел. Вот здесь есть крушовицы. Крушовицы дороже, чем у нас. Ну и здесь уже... А, крушовицы в бутылках, кстати, старопрамен. Есть тоже, ну и как бы местное, это ажуйское. Немецкие пиво там. Ажуйское, это их есть, и таких водей, более всякие грейпы, ну это уже типа, как они называются, фруктовые такие пиво, да, карловачка, это тоже их пиво. Светлое, это пауланеры. Но пауланеры есть. Смирнов, это что такое, вот? Нет, это не водка. Айс, Риджина. Ну и разные фруктовые тоже. Это японская, да? Да, это тот, который тебе не нравится. Ну вот так вот, друзья мои, цены вы ориентировочно так, приблизительно. Видите, это цены в кунах. В кунах. Так, а вот здесь рядышком чаи. Ну, как всегда, это же понятно, пакетированные чаи. Там, собственно, и везде сыпаного, я смотрю, вот здесь особо и нету по ценам. Ну, как у нас ориентировочно, можно сказать. Здесь кофе. Кофе в пакетиках и зерновое. Вот, кстати, это не молотый, не молотый. Не молотый это. Так, ну а здесь всякие хрустики и так далее, и так далее. Ну, по цене, я говорю, наверное, это как у нас, в принципе, в конах вы видите эти цены. Чипсики и так далее. Так, сейчас мы с вами еще проедемся вот сюда. Здесь у нас вина. Больше стовки, наверное, 100-150 крон, вот так ориентируйте. То есть, в принципе, у нас хорошее чешское вино, можно купить и дешевле, в общем-то. То есть здесь, вот он тоже, как бы, известный вот их вино, 150-160 крон. Это было во Франции? Да, мы во Франции так купили. Ну да. Понятно, всякие остальные алкогольные, ну а здесь всякие фанты и так далее, и так далее. Курочки. 5 кун, 36 кун за килограмм, там что такое, я не знаю, это, наверное, тоже курочки. Так, там видно у нас половые наборы, походу дело, да, желудки, а это куретина. Ну что ж, все, мы закупились в Томику и подводим резюме. Значит, вот за такую покупочку огурчики, помидорчики, цукетка, дыня, бананчик, сосисочки, яйца, 2 йогурта, водичка, масло, пиво, вода. Нам вышло это 210 кун или где-то 700 крон. Это, грубо говоря, 30 евро ориентировочно. Хи-хи-хи-хи-хи. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, я бы сказала, наверное, что приблизительно та же самая корзина у нас бы вышла приблизительно на такую же сумму. Ну что ж, все, мы едем дальше отвозить все это домой. Так что вот такой магазинчик здесь есть. И цены, но на некоторые вещи, конечно, дороже. Дороже, чем в Чехии, но... В общем, так, закупитесь, что вам нужно. С вами были Элен энд Милан, канал «Замуж за Чеха». Па-па-па! Па-па-па!